K-1 再び参戦になりましたけど、今のそう、еще раз еще раз вас пригласили на Ринка один. Как себя чувствуете? О чем вы думаете? Ну, я очень рад, что меня пригласили еще раз. Я покажу хороший бой послезавтра. Надеюсь, фанатам понравится. とても嬉しいです。もう一度こうやって招待していただいて、とてもあさってはいい試合を見せるつもりでおります。ファンに気に入られる試合をしたいと思います。あの以前ちょっと聞いたかもしれないんですけども、K-1 に対する憧れっていうのは、まあ、何歳ぐらいから、どういう気持ちがあったのか。Может быть, это будет повторный вопрос, как в прошлый раз, но еще раз расскажите, пожалуйста, сколько вам лет было, когда вы первый раз слушали о существовании К-1, и как вы думаете вообще тогда о этом виде спорта? Соревнования в Японии или вообще первый раз в жизни? Вообще. Мне было 20 лет. Да, 20 лет. Ну, я про эти соревнования слышал с детства еще. Лет 14-13, а первый раз попробовал выступать на них в 20 лет. Мне понравились бой, как бы сказать правильно, манера, как бы, ну, свободно, руки, ноги, колени. Короче, я доволен. Hajimete kono shiai ni taikai ni detai to motta no 20 no toki nan desu ga, K-1 no koto o shitta no wa 13 sai, 14 sai no toki de, 20 no toki ni kono shiai taikai ni dou shitemo hairitai tte omoimashita. Desu kara boku wa sugoi kini itte, manzoku shite masu shi, doko ga kini itta ka tteiu to, K-1 no sono jiyū sa, te mo ashi mo hiza mo nan demo ari no jiyū sa ga kini itte masu. あとあのご家族のことも聞きたいんですけども、ご両親がいないってことなんですけども。Теперь ваша семья, мы слышали, что у вас нет родителей. Такой жесткий вопрос. Расскажите, пожалуйста, почему у вас уже нет родителей? Ну, отец, мне было 20 лет, он попал под поезд на железной дороге, сбил его поезд. И через год я был поехал в Корею, в Бусан на чемпионат мира, и в это время умерла мама. 父は僕が20歳の時に電車にひかれて、亡くなりました。その1年後、ちょうど僕はソウルに出た時なんですが、ソウルで体式ボクシングの世界チャンピオンがあった時に、僕出場のためにソウルに出た時に母が亡くなりました。で今、コーチの人が準決勝まで行ったんですが、お母さんが亡くなったっていう訃報があったので、すぐに帰国したので、決勝には出れませんでした、そのソウルでの体式ボクシングチャンピオン選手権で。お母さんは何で？あ、パパ、ママ、パチュモ、パギブラのだから。ママ、たん、болезнь была желудка、как сказать правильно、за желудка、наверное。Болезнь, по болезни。ちょっと胃の方が悪くて、長いこと胃の病気を病んでいて、それで亡くなりました。ごめんなさい、これ何年前のお話でしょうか。Вам было 20 лет, и вам было 21 год, когда мама умерла, и сколько это было, сколько лет там назад? Чуть больше года назад, мама. Чо, 1年ちょっと前ですね、母が亡くなったのは。そうなると生活が大変だったと思うんですけども、それは何でしょう。Конечно, вы в раннем возрасте потеряли обоих родителей, да, оба родителей, это тяжело будет для жизни с финансовой точки зрения и так далее. И каким образом вы решили этот вопрос? Ну, я решил выиграть К-1, чтобы заработать денег. だから私は K-1 に出てお金を稼いで、勝ってお金を稼ごうと思ったんです。あのファイターの他にも仕事をしているということですか。Есть ли у вас другая профессия, основная профессия, на которой можно получить, с которой можно получить деньги, или быть бойцом – это единственная профессия ваша на данный момент? Ну, быть бойцом – единственная профессия. У меня больше никаких занятий нету. ファイターであるだけで他のジョブは何もしてません。確か弟さんもいたと思うんですけども、何歳？Поскольку я знаю,
у вас младший брат, и сколько ему лет, и кем он является, студентом? Да, он студент еще, закончил школу, в этом году будет поступать в высшее заведение, ему 18 лет. Э, 学生です。今ちょうど高校今年終わるところで、大学の方に高等学校の方に進む18歳です。 その弟さんのすべての面倒を見られてるってことですか？金銭面含めて。 Это вы смотрите, ухаживаете за ним, помогаете, поддерживаете его жизнь, жизнь вашего младшего брата? Ну да, я кто еще. そうです。他には別に誰もいないので。 あと、なんか鳩を飼いたいっていう情報を聞いたんですけども、 その理由を知りたいんですけど。 Да, мы слышали, у вас есть такое хобби заниматься с размножением голубей, да? И почему это, откуда у вас такая любовь к этим сортам птицы? Ну, мы с детства, я жил в пригороде, мы там в детстве еще голубей ловили, ну, с ребятами, с друзьями. И еще у меня сосед тоже держал голубей. Там дедушка, я ну, приходил, смотрел к нему, всю жизнь мечтал завести своих голубей. Ну, чтобы завести голубей, надо финансы. И теперь вот надеюсь, заработаю денег и заведу голубей. え、子供の時郊外に住んでたものですから、その郊外で友達たちも結構ハト飼ってる人がいたりして、馴染みがありました。それから特に隣人のおじいさんだったんですが、その隣に住むおじいさんがハトをたくさん飼ってて、子供の時からしょっちゅうそこに遊びに行ってて、僕も大きくなったらハトが飼いたいっていう夢見てたんですけれど、ハトを飼うにはとっても金が必要なので、そのためにも頑張って働いてます。 もっと高い動物とかにいると思うんですけど。 Понимаете, нам кажется, иметь голуби это не очень престижно. Может быть, здесь существуют разновидности зверей, да, более дорогие звери. Не хотите ли вы такие иметь? У меня не только престижно, мне просто люблю голубей, нравится. Это для души, чтобы не, там, не показать кому-то там престижно, не престижно. Я для себя, для удовлетворения самоличного. Мото такого на добыт престижный на добыт, ты говорите, но демо бокуа читай корокара хатуга ски датташи, хату ни кокоро убаваретеру ноде, бокуа дзивун какко цукиру тамени добыт каттеру нжанакте, дзивун но кокоро но айсуру мама ни добыт га, соно цуки на добыт га хату нанде. А где именно вам нравится в этом звере, птице, этой голуби? Как, я не знаю, как, где именно? Где именно? Почему? В чем заключается очарование, чары этой птицы? Ну, во-первых, полеты их, отношения между собой, ну, как они, как бы там, ну, как говорят, голуби умеют общаться между собой, наблюдать, как они общаются между собой. И самый первый полет, как они летают красиво. まず飛ぶところ、そしてハト同士の間の関係性、ハトもやっぱりハト同士の関係性というものがあって、それは非常に見てたで和むもので、それからやっぱり飛ぶところ。飛ぶ同士の関係っていうのは。Интересно, между собой они тоже разговаривают и отношения имеют. Ну, порой, как бы сказать правильно, не парами живут. Например, есть гнездо, на одном гнезде пара голубей живет. Гнездо, ну вот, uh-huh. где они живут, там пара голубей живет, uh-huh. как, ну, голубка и голубь. Между собой тоже они своим родным языком общаются, вручат. Хатуа, пиаде, цыгайде сейкатуштете, сунирунуа, месхатуто, осхатудесу. Соно, ихтетукумино, цыгайна пиадоушиде, дзюбунтачино генгоде шабеттеру соно сугатава, хонтони митейте, нагумуно сасоудесу. WGP де юшоуштара, осорокку, ものすごい数のハトが飼えると思うんですけど、どのぐらい欲しいんですかね? Да, если вы станете чемпионом К1, тогда вы получаете, конечно, огромный гонорал, да, огромную сумму, большую сумму гонорала, и тогда вы умеете, конечно, купить много количества, огромное количество голубей, и сколько особей хотите иметь голубей? Ну, хотя счета нету, можно... 300, 200, 500. Чем больше, тем лучше.
いやそれはまだ具体的には考えてないんだけど、300馬、200馬、500馬、多ければ多いほどいいです。У меня в детстве, у меня там был сосед, дедушка, он держал голубей. У него, ну, где-то штук 10 было, мало. Мы ездили к его другу, у его друга было 700 единиц голубей. И там заходишь, и весь двор, весь дом, все деревья в голубях, такая красота. 子供の時、その隣によく遊びに行ったおじさんのところの鳩は 10羽しかいませんでした。10羽はすごく少ないです。でもそのお兄さんの友達は700羽も鳩を飼っていて、その700羽のおじいさんの友達のところに行くと、もう家中が鳩だらけで本当に壮観でした。マネージャーの方が一言、鳩はものすごい金になるビジネスなんですよ。あのどんどんどんどんペア同士で増やしていくとすごく売れるし、ビジネスとしてはすごくいいですとマネージャーが一言入れてます。だから笑い話じゃないんです。だって失礼しました。もう一方には一発、佐藤選手に、と戦いますけれども、どんな試合をしたいでしょうか。そう、ваш соперник на этот раз и понят Сато, которого зовут Сато, и какой бой хотите с ним? Ну, я хочу закончить досрочно, как мне кажется, любой спортсмен. Ну, в первую очередь хочу показать хороший, красивый, зрелищный бой, чтобы всем понравилось и победить. もちろん、3ラウンド前に。3ラウンド終了前に終わらせたい。どの選手もみんなそのことを望んでいると思うけれど、僕もそうです。そしてその上で美しくいい見応えのあるみんなに心に残るような試合をしたいと思います。ウクライナといえばあのアルトゥール・キシェンコ選手がすでに活躍していますが、彼からはどんな刺激を受けますか。Конечно, спортсмены из Украины, это же первая очередь для нас Артур Кишенко. Какие советы вы получили на этот раз от него?Тренироваться и идти боксировать. Тренинг широ ё, то есть боксинг ште кой ё, тю даке дес. Япон де но соно каре но кацуяку ни тайште соно эйкё укеру тою бубун ва аримасен ка? Влияет ли успехи Артура Кишенко на вас, потому что его достаточно любят здесь в Японии, и он показал до сих пор хорошие бои вообще в Японии. Влияет ли это? Ну, как влияет? Я рад за него. Также он выиграл. Хорошее настроение, во-первых, что товарищ выиграл, хорошо отбоксировал. Положительно влияет. まあ、とにかく嬉しいですよね。そうやって自分の知った人が日本で成功していい試合を見せて、毎回僕は嬉しいし、まあ、そういうポジティブな影響というのはあります。ラシェンコ選手の得意技、得意の、まあ、試合のスタイルというのを教えてもらえますか。Расскажите, пожалуйста, какой прием ваш самый любимый, который вы очень хотите показать зрителям? Ну, ударить рукой сбоку левой. Панчи, ваза панчи ですかね? Хидари но левой фукку.この試合に向けてどの点を強化してきましたか、トレーニングは。На что больше всего вы положили внимание специально для этого выступления против японца? На руки, колени, больше акцент. Панч の方と膝にアクセントを置いてやってきました。А японцу это расскажут? 日本人には言わないでくださいねと。後ろからトレーナーが約束します。ありがとうございます。Обещаю, обещаю, не говорю.